Теперь мы с вами переходим от рассмотрения доктрины призвания к рассмотрению того, как проявляется спасение в жизни человека. Мы понимаем, что спасение не может проявиться, если нет призыва. Но вот после того, как люди отвечают на призыв, принимают Христа, что же происходит? И первое, что мы здесь рассмотрим, это доктрину возрождения. И здесь мы постараемся дать ясные и четкие определения. Есть несколько библейских терминов, и все я их привел для вас в ваших конспектах. И я не думаю, что нам стоит на этом останавливаться, вы можете самостоятельно все изучить. Эта терминология для вас хорошо известна. Мы с вами часто слышим «родиться заново», «возродиться», «родиться свыше». И вот когда мы читаем тексты Священного Писания, в которых об этом говорится, то мы можем прийти к следующим определениям. Возрождение — это Божье деяние, посредством которого душа человека освящается. Вот до того, как происходит возрождение, основные стремления души не являются святыми, если хотите. Другими словами, до того, как мы обретаем спасение, до того, как мы спасаемся, то наиболее естественные для нас устремления — это устремление ко греху, стремление ко злу, так как эти стремления обусловлены нашей греховной природой. Поэтому, если мы хотим жить иначе и стать частью Божьего народа, что-то должно в нас измениться. Должны поменяться наши устремления, поменяться наши желания, когда мы слышим о Божьих заповедях. И вот как раз это происходит при возрождении. Изменяются основные устремления нашей души. До возрождения все наши помыслы были ко греху, то после возрождения мы начинаем желать добра. И как вы можете видеть из определения, когда эти устремления меняются, наши желания становятся другими, то первое или одно из первых, что происходит, это то, что мы добровольно принимаем решение обратиться к Богу, принять Христа, покаяться перед Ним. Мы принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И это, если хотите, есть первое дело, которое совершается после возрождения по причине того, что произошло изменение в нас. И как отмечено в ваших конспектах, и как вы видите в определении на экране, возрождение — это то, что совершает Бог, производя изменение сердца. То есть, если смотреть на это изменение с Божьей перспективы, это изменение происходит в сердце каждого человека, принявшего Христа. Но если посмотреть на это изменение с человеческой перспективы, то тогда мы с вами говорим о таком понятии, как обращение. И вскоре мы с вами будем говорить о том, что включает в себя обращение. Но мы с вами понимаем, что Бог должен что-то сделать в нашем сердце, прежде чем мы сможем принять решение принять Христа. И, по сути, Бог должен дать нам новую природу, потому что наша ветхая природа влечет нас лишь к непослушанию Бога. И если у нас не будет новой природы, то мы никогда не сможем проявить хоть какие-то желания и устремления, чтобы быть послушными Христу, послушными Богу, и чтобы совершить шаг послушания, то есть принять Христа. А теперь обратитесь к своим конспектам. Страница 151. Внизу этой страницы вы можете найти причины, почему возрождение необходимо. И я также это оставлю на ваше самостоятельное изучение. А сейчас давайте с вами поговорим о том, что называется действенной причиной возрождения. И говоря об этом, мы с вами отвечаем на вопрос, кто же тот или что то, что приводит к возрождению,
из-за чего возрождение происходит. И здесь существует несколько разных точек зрения, которые существовали в церкви на протяжении ее истории. Некоторые говорят о том, что воля человека приводит к возрождению. Человек делает это самостоятельно. И лично я не поддерживаю этот взгляд, потому что я считаю, что воля человека поражена грехом, как и вся природа человека. Есть другие, которые полагают, что истина сама по себе способствует нашему возрождению. Да, конечно, мы должны знать истину Евангелия. Но, как мне представляется, это не является действенной причиной возрождения. И вера, мне кажется, третий вариант. Именно он мне представляется истинным. А именно, что Дух Святой, который действует в сердце человека, совершает возрождение, производит те изменения, которые необходимы, чтобы человек принял Иисуса Христа, чтобы стремления и помыслы человека изменились, изменилась его воля, эмоции, желания. И здесь можно говорить о перемене духовного состояния. То есть грешник никак, совсем никак не участвует в процессе возрождения. Это то, что Дух Святой совершает самостоятельно, полностью самостоятельно. Он может использовать истину Евангелия, истину чьего-то свидетельства, но Он тот, кто совершает это дело. И как мы с вами увидим, в результате произошедшего возрождения мы способны совершить дело обращения. Вот получив эту обновленную новую природу, мы с вами в ответ сознательно и добровольно каемся в своих грехах и обращаемся ко Христу. Но если мы с вами говорим о возрождении, то это совершает Святой Дух от начала и до конца, совершает самостоятельно. И вот вы видите указания на стихи Священного Писания, которые подтверждают, что возрождение совершается целиком Святым Духом. И как мы уже сказали, истина сама по себе не совершает дело возрождения. Но это не означает, что истина Божьего Слова не играет здесь никакой роли. В действительности, это тот инструмент, который использует Дух Святой для того, чтобы обличить нас во грехе, убедить нас в том, что нам необходим Спаситель, и это Слово Божие. И в своих конспектах вы можете видеть стихи, в которых говорится о том, что мы рождены свыше благодаря тому, что Слово Божие вселилось в сердца наши. Что ж, на этот счет можно еще много говорить, но я полагаю, что нам с вами необходимо двигаться далее и посмотреть на совершаемое действие с человеческой перспективы. Мы посмотрим на изменение сердца человека, на изменение его жизни. Поэтому сейчас мы хотели бы обратиться к рассмотрению доктрины обращения. И вначале мы хотели бы посмотреть, какие есть составляющие в процессе обращения. Но прежде чем мы это сделаем, необходимо все-таки разобрать основные определения и термины, которые используются при обозначении понятия обращения, а также тексты Священного Писания. Все это вы можете найти в своих конспектах на странице 154, а также на странице 155. Там приведены все слова как из Ветхого, так и из Нового Завета, которые указывают на обращение, на ту перемену, которая при этом происходит. И вот, рассмотрев все тексты Священного Писания, которые говорят об обращении, об этом термине, то мы можем перейти к определению этого понятия. Я хочу отметить, что мы говорим об обращении ко спасению. И такое обращение есть добровольная перемена ума грешника.
И опять же, я повторюсь, мы рассматриваем этот процесс с человеческой точки зрения. Когда мы рассматривали его с Божьей точки зрения, мы с вами говорили о возрождении. Когда Дух Святой меняет природу человека, и вследствие этого человек уже способен покаяться и обратиться к Богу, принять Христа. Я еще раз повторюсь, обращение — это добровольная перемена ума грешника, вследствие чего он обращается от греха, и здесь мы с вами говорим о покаянии, и от греха он обращается ко Христу, и мы с вами видим, что покаяние является составной частью обращения, когда человек отворачивается от грехов, раскаивается в них. Это негативный аспект обращения. Есть еще и позитивный, когда человек обращается ко Христу. И здесь мы с вами говорим о вере. То есть обращение — это взгляд человеческой перспективы на фундаментальную перемену в духовном состоянии человека. И когда мы рассматривали это с Божьей перспективы, то мы с вами говорили о возрождении. В своих конспектах вы можете прочитать дополнительную информацию о обращении. Мы же с вами более подробно остановимся на рассмотрении двух составляющих обращений. Первая составляющая — это покаяние. И говоря о покаянии, мы с вами имеем в виду добровольную перемену в уме грешника, когда он или она решают добровольно отвернуться от своих грехов. Казалось бы, здесь все просто, но в действительности здесь есть несколько разных моментов. Все они приведены в ваших конспектах, но позвольте мне немного на каждом остановиться. В покаянии, прежде всего, есть интеллектуальный элемент. Должна произойти перемена в наших взглядах. И говоря конкретно, должно произойти принятие того факта, что мы являемся грешниками, и как следствие, мы виновны, и положение наше безнадежно. И прежде, как мы уже сказали, должно произойти возрождение, Дух Святой должен совершить действие в наших сердцах. Мы совершаем много дел сознательно в течение дня, но не всегда мы осознаем, что наши поступки нарушают Божий закон. И даже если мы замечаем, что то, что мы делаем, нарушает Божий закон, мы не придаем этому большого значения. Это нас не беспокоит. Но если кто-то раскаивается по-настоящему, то ему нужно увидеть, и он увидит, что то, что он делает, является проявлением непослушания Богу и преступлением Божьего закона. И в результате человек становится виновным за нарушение Божьего закона, и он нуждается в помощи, чтобы справиться с этой виной и чтобы изменить свою жизнь. И как вы видите здесь на слайде, если вот это интеллектуальное осознание своей виновности, своей безнадежности не сопровождается следующими элементами покаяния, то тогда единственное, к чему это приведет, это лишь к пониманию того, что вы поступили неправильно и что вы виновны. И теперь вы лишь боитесь того, что будете наказаны. Ну а все остальное вас, по большому счету, не волнует. Вас не волнует, что вы согрешили. Об этом вы не сожалеете. Вы сожалеете лишь о том, что за это последует наказание, которого вы сидите и ждете. И, конечно, вы хотели бы избежать этого наказания, но на этом этапе не происходит перемены вашей воли. Ваши желания, по сути, не меняются, и не появляются новые и не устраняются старые, желания грешить. Все, что вы хотите в этот момент, это избежать наказания. И, как я уже сказал, если следующие элементы не появятся в вашем покаянии, то оно ни к чему не приведет. И вот второй элемент — это эмоциональный элемент.
должна произойти не только перемена наших мыслей, но должны измениться наши желания, то, как мы видим ситуацию, то, как мы чувствуем, воспринимаем свою жизнь. И здесь мы говорим о подлинном сокрушении за свои грехи, за те грехи, которые мы совершили, поправ Божью благость и Божью справедливость. Здесь происходит осознание, что Бог воистину ненавидит то, как мы поступаем. И даже если бы Бог это ненавидел, сами поступки сами по себе — это мерзость. И поэтому я должен огорчаться. И огорчаться не потому, что я буду наказан, но я должен огорчаться потому, что я нарушил Божий закон, что я совершил плохой поступок и неправедный поступок. Есть еще и третий элемент в покаянии, и это волевой элемент, когда мы меняем ход наших действий, когда мы меняем свои поступки, изменяем свою жизнь. Вот если вы просто осознаете своим умом, что вы грешник, что вас ждет наказание, и вы просто говорите про себя: «Ну да, я плохо поступил, и так не следовало бы поступать», но при этом вы не меняете своих поступков, не принимаете решение изменить свою жизнь, прекратить делать грехи и начать жить праведно, жить для Бога, то ничего хорошего это не произведет. Это сожаление так и останется сожалением. Именно поэтому вот этот волевой элемент так важен. Он включает в себя внутренний переворот, когда вы принимаете решение в своем разуме, в своем сердце повернуться от греха к Богу, отвернуться от тех стремлений, тех побуждений, которые влекут вас ко греху, которые влекут вас ко злу. Вы всеми силами желаете прекратить совершать грехи, прекратить вести ту жизнь, которую вы вели. Вы желаете получить Божье прощение за те грехи, которые вы совершили, и вы хотите быть очищены от своих грехов. И вы хотите отныне вести совсем иную, другую жизнь, жизнь в послушании Богу. И это решение подразумевает и включает как интеллектуальный, так и эмоциональный элементы. Но здесь все идет еще дальше. Здесь речь идет не только о знании фактов, не только о сожалении о том, как человек до этого жил. Здесь все идет еще дальше. Здесь говорится: «Да, я принял решение, и теперь я буду жить иначе, жить по-другому, не так, как я жил раньше. Я не просто буду осознавать свою греховность и немного сожалеть об этом. Я на самом деле изменю то, как я живу». И вот это три составляющих, три элемента покаяния. К этому можно еще что-то добавить, основываясь на вот этих трех элементах. Можно сказать, что происходит перемена ума, мы начинаем иначе воспринимать Бога, начинаем иначе воспринимать самих себя. Меняется наше отношение к греху и наше отношение к праведности. И можно говорить о том, что покаяние само по себе — это негативное состояние, а не положительное средство, не позитивное средство, посредством которого совершается спасение. Другими словами, если все, что имеет место быть, — это сожаление за грехи и желание жить немного иначе, своими силами, то тогда спасение не произойдет. Необходимо осознание, что своими силами ничего изменить нельзя к лучшему. И вместо этого единственный путь, как вы можете отвернуться от своих грехов и начать жить иначе, начать новую жизнь, это если вы примете верой то спасение, которое Иисус Христос предлагает, и за которое Он заплатил и готов дать. Если вы позволите Духу Святому помочь вам по мере того, как Он
обитает в вас, помочь вам жить новой жизнью, которая угодна Богу. Поэтому можно сказать о том, что истинное покаяние немыслимо, если оно не сопровождается верой. Люди могут говорить о том, что они раскаялись, но если они на самом деле хотят обратиться от своих прежних грехов, от своих прежних поступков, то они также осознают, что им необходимо обратиться ко Христу и следовать за Ним. Поэтому любая проповедь о покаянии, призывающая к покаянию, включает в себя также и проповедь о необходимости поверить в Бога и последовать за Иисусом Христом, как за своим личным Спасителем и Господом. И верно также и обратное. Там, где присутствует истинная вера, там и присутствует истинное покаяние. Если кто-то говорит, «Но я буду доверять Христу свое спасение, но при этом я не собираюсь каяться в своих грехах, которые совершил. И в будущем я могу совершать грехи. Ведь самое главное — это верить в Христа, доверять Ему, верить в то, что Он позаботится о моем спасении, и все будет хорошо». Не будет хорошо. Такое отношение свидетельствует о том, что вы не верите в Христа, если вы не осознаете, что вы грешник, нуждающийся перемене жизни. Вы должны осознать, что обращение в вере ко Христу означает прежде всего обращение от своих грехов. А теперь давайте с вами поразмышляем о том, что же производит в человеке истинное покаяние, кроме действия Духа Святого. И в своих конспектах вы можете видеть перечень различных факторов. Поэтому я просто их быстро перечислю. Слово Божие, несомненно, важный фактор в убеждении нас, в обличении нас, в процессе осознания необходимости покаяния. Далее, благость Божья по отношению к Его творению. Мы осознаем Божью благость и начинаем думать, а что же я делаю в ответ? Как же я отвечаю на Божью благость? Игнорирую ли я это? Ведь Бог так благ ко мне, мне необходимо слушаться Его. Порой Божье наказание может послужить таким фактором. И Бог это совершает, чтобы дать нам понять, что то, что мы делаем, не угодно Ему, и нам необходимо в этом покаяться и от этого отвернуться. Также одним из факторов может быть осознание грядущего суда, и это осознание также может способствовать нашему покаянию. И в некоторых случаях, как, скажем, в случае с Иовом, это может быть видение Бога. Вот если вы помните, в 42 главе книги Иова, в стихах с 5 по 6, мы читаем о том, что после того, как вот состоялся его диалог с Богом, или лучше сказать, после того, как Бог проговорил к Иову, это записано в 41 главе, Иов осознал, насколько велик Бог, насколько велико Его могущество. Иов заявляет, «Я слышал о тебе слухом уха». То есть он обладал какой-то информацией о Боге. Но теперь он говорит, «Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот тогда мы начинаем видеть себя в истинном свете. Нам может казаться, что мы праведны, но как только мы осознаем величие Божие, Его святость, то вся наша праведность представляется нам как запачканная одежда, как в случае с Иовом, как в случае с Исаией. Мы помним, что записано в 6 главе книги пророка Исаии. И когда мы видим святость Божью, мы осознаем, как далеки мы от этой святости, как далеки мы от этого совершенства. И все, что нам остается, это признать, что мы действительно грешники, великие грешники, которые нуждаются в прощении. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Теперь давайте обратимся к другой составляющей обращения,
и рассмотрим с вами доктрину веры. И на страницах Писания мы можем найти немало терминов, которые обозначают это понятие, и эти термины приведены в ваших конспектах, как из Ветхого Завета, так и из Нового. Вы видите, что используется много разных слов. И если вы внимательно посмотрите на этот список, вы можете отметить, каким должно быть определение спасительной веры и что оно должно в себя включать. И далее вы видите само это определение. Оно приведено в ваших конспектах на странице 160 и 161. Итак, определение веры — это добровольная перемена в разуме грешника, в результате чего он обращается ко Христу. Покаяние, как мы помним, это было обращение от греха. Вера — это обращение ко Христу. Или, как отметил великий богослов, американский богослов XIX века Уорфилд, вера проявляется в том, что когда человек всем сердцем возлагает свое упование на благость Божью. И точно так же, как было три элемента или три составляющих покаяния, точно так же есть три составляющих в спасительной вере. И первое — это интеллектуальная составляющая или интеллектуальный элемент. Необходимо что-то знать, чтобы уповать на Христа. Необходимо знать основные факты благой вести. Необходимо знать, кто такой Иисус Христос, что Он совершил и что Он способен совершить в вашей жизни. Но вот до какой степени вы должны все это знать? И тут можно сказать, что знания могут быть минимальны, но все-таки необходимо знать основные моменты, прежде чем появится способность поверить. И кто-то может думать, ну разве недостаточно просто пройти какой-то курс по христианству или по христианским доктринам, чтобы знать, во что верят христиане, кем они считают Христа, и это меня спасет? Нет, нет, нет. Если все, что у вас есть, это информация о Христе, и она остается в вашем разуме и не доходит до вашего сердца, то вот такая информация вас не спасет. Как пишет Иаков, верите в Бога, верите, что есть Бог, что ж, хорошо делайте, но при этом вы должны знать, что бесы тоже веруют, что есть Бог, и трепещут. Другими словами, вы можете думать, что только потому, что вы знаете, что Бог есть, и знаете основные факты об Иисусе Христе, вы будете спасены, и этого достаточно, то тогда вы должны знать то, что пишет Иаков. И это может вас шокировать, что даже бесы веруют, и это их не спасает. Бесы обладают интеллектуальным знанием того, что Бог есть. И даже они трепещут. Почему они трепещут? Да потому что они не хотят ничего менять, не хотят следовать за Христом, не желают проявлять послушание Богу. Да, они знают, что Бог свят, что Он справедлив, и что Он требует святости, и что Он будет судить тех, кто живет неправедно. И если вы все это знаете, вы должны трепетать. Поэтому Иаков пишет о том, что хорошо, что вы знаете, что Бог есть, но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы обрести спасение по Божьей благодати. Есть еще второй элемент спасительной веры — это эмоциональный элемент. И опять же, речь идет о внутреннем согласии. Недостаточно просто знать, кто такой Иисус Христос, что Он совершил и что Он требует. И при этом думать про себя, «Ну, это интересная информация, и дальше я буду жить, как и живу». Нет. Должно быть глубокое внутреннее осознание своей греховности, своей потерянности, понимание, что ты не можешь заплатить за свои грехи. Христос умер за меня. Это не просто какая-то история о неком Христе. Это то, что касается меня лично, что относится ко мне непосредственно. Человек, который соглашается с чем-то, не обязательно выражает это на деле, то есть не обязательно он принимает Христа, но во всяком случае такой человек понимает,
что евангельская весть включает в себя как благую, хорошую весть, так и плохую весть о греховности человека, о необходимости искупления в Иисусе Христе, о необходимости веры и доверия, упования на Христа. И это не то, что необходимо проповедовать другим людям, что вот другие люди должны услышать и покаяться, но не я. Человек должен осознать, что это касается лично его, что он, именно он виновен перед Богом, что именно он грешник, и он нуждается в Спасителе, и Иисус умер за него. И только в этом надежда. И затем надо действовать. И вот здесь мы переходим к третьему элементу спасительной веры. И это волевой элемент, когда мы на деле проявляем свою веру в Христа, свое упование на Него, когда мы просим Его стать нашим Спасителем и простить нас за все наши грехи. Поэтому спасительная вера включает в себя знание определенных фактов об Иисусе Христе, знание Евангелия, включает осознание того, что это все касается лично меня, и затем это включает непосредственно само действие, шаг веры, принятие Христа как Господа и Спасителя. И вот этот волевой элемент, как вы можете читать в своих конспектах, включает в себя два момента. Во-первых, смирение, осознание своей испорченности, когда мы все предаем в руки Христа и позволяем Ему руководить своей жизнью. И наше принятие, когда мы принимаем от Него прощение наших грехов, которое было совершено на Голгофском кресте, и Он готов дать нам это прощение, дать нам новую жизнь во Христе, и мы принимаем этот дар. И теперь давайте ответим на вопрос, а что же является объектом веры, во что же люди верят? И во все века объектом веры был Бог, как мы понимаем Его в Писании. Вы можете спросить, но я же думал, что необходимо верить в факты Евангелия. Да, необходимо, но необходимо верить в эти факты потому, что они сообщены Богом. Именно Он совершает спасение. И когда мы верим в факты Евангелия, на самом деле мы возлагаем свое упование на Бога, который совершает спасение и который раскрывает нам сущность этого спасения. И, конечно, вдобавок к тому, что мы верим в Бога, мы должны верить в истинность Божьего откровения, в какую бы историческую эпоху мы бы с вами ни жили. И мы с вами, живя в современную эпоху, имеем определенные преимущества, потому что мы живем в то время, когда все Божественное откровение доступно нам, раскрыто и явлено, и каждый из нас имеет к нему доступ. Если бы мы жили с вами в эпоху Ветхого Завета, то мы бы обнаружили, что на тот момент Бог открыл о себе гораздо меньше. Но сколько бы ни было явлено, люди ответственны за соблюдение того, что им явлено. Поэтому, говоря конкретно об объекте нашей веры, можем сказать, что это записанное Божье откровение, а именно Писание. Другими словами, мы бы не верили в Бога, не верили бы в Иисуса Христа, если бы мы в первую очередь не поверили тому, что говорит Библия, в то откровение, которое в ней записано. Теперь мы с вами поговорим о происхождении спасительной веры. И мы можем рассмотреть этот вопрос с двух сторон. Можно говорить о том, что не является источником спасительной веры, а можно говорить о том, что, возможно, является этим источником. Мы, к примеру, можем сказать о том, что спасительная вера не является продуктом органов чувств, и также не является исключительно лишь продуктом исторических свидетельств. Вы не придете к спасительной вере, только лишь изучая исторические факты, факты о жизни Иисуса Христа и Его служении. И также не является исключительно источником разум человека. В послании к Коринфянам мы читаем слова апостола Павла,
что мудрецы не познали Бога. Хотя все три вот этих момента, которые мы упомянули, играют определенную роль и являются составляющими интеллектуального элемента веры. И зачастую они играют определенную роль в приведении какого-то определенного человека ко Христу, но сами по себе они не являются достаточным основанием для появления спасительной веры, для приведения человека ко спасению. И что же тогда приводит человека ко спасению, к спасительной вере? И здесь мы с вами можем говорить о том, что же является источником спасительной веры, как же она появляется. И мы говорим о том, что она дарована Богом, Филиппийцам 1:29. Она включена в дар спасения. Помните, мы говорили о том, что у Бога есть определенные цели, но также и есть средства достижения этих целей. Если у Него есть цель спасти вас, то Он не может вас спасти, не даровав вам веры. Поэтому Он дает веру, веру во Христа, чтобы вы приняли Христа и обрели спасение. И, конечно, в этом процессе участвует Дух Божий. Мы получаем веру благодаря служению Святого Духа. Если бы мы были предоставлены сами себе, оставлены сами себе, мы бы никогда не произвели внутри себя спасительную веру. И еще необходимо отметить, прежде чем мы перейдем к рассмотрению следующей доктрины, нам необходимо сказать о том, что Священное Писание предельно ясно и предельно четко говорит о том, что вера является единственным, исключительным условием для спасения. Другими словами, это единственное, что Бог требует от нас. По крайней мере, 150 раз в Священном Писании говорится о том, что спасение даруется на основании веры, и только веры. И здесь мы говорим о спасительной вере, которая имеет в себе три вот этих элемента. Интеллектуальный элемент, эмоциональный элемент, элемент и волевой элемент. Вот спасение основывается целиком на вере. Оно не основывается на каких-либо других делах, других поступках, которые мы можем совершить, чтобы заслужить Божье спасение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.